хочу вмешиваться в твои дела, но, по-моему, произошло чудо. «Обыкновенное чудо» – фильм режиссера Марка Захарова 1978 года, экранизация пьесы Евгения Шварца, известнейшего советского сказочника, автора пьес, притч. И это одна из последних его пьес «Обыкновенное чудо». Сюжет прост, позаимствован из известных вообще фольклорных источников. Сюжет есть практически у всех народов, много раз интерпретирован. В общем, красавица и чудовище только наоборот. Обычно ужасное чудовище превращается в прекрасного принца, когда его целует влюбленная в него девушка. А здесь все наоборот. Волшебник, который живет в дальней усадьбе вместе со своей женой, для забавы превратил молоденького медвежонка в молодого парня. Мы полюбили друг друга. Мы полюбили. Если вы поцелуете меня, я превращусь в зверя. И вот эти вот все мучения человека, который бежит от своей любви, и все-таки потом решает, что это его судьба, и все-таки решает бросить ей вызов, и составляет сюжет фильма. Там очень много разных боковых линий, много лирических линий, линия трактирщика и первой придворной дамы Эмилии. Есть такой записной пошляк в исполнении Андрея Миронова. И, в общем, весь фильм, на самом деле, уже существует в сознании отдельно в виде многих-многих цитат. «Тиран-деспот». Ну вот, скажите, пожалуйста, с точки зрения психологии, почему вроде бы абсолютно нереалистичное кино, театрализованное, сказка, написанная совершенно притчевым языком, почему зрители ее так любят, почему она так реалистично воспринимается? Вспомните слова каждой сказки. Сказка – ложь, давний намек. Добрым, я делаю акцент, молодцем – урок. Для меня всегда в культуре, двигателем культуры является шут. И карнавальная культура всегда бросает вызов официальной культуре. И карнавальная культура – это всегда переворачивание масок. Я напомню вам слова Лихачева о том, что такое русский дурак. Русский дурак, пишет Дмитрий Сергеевич Лихачев, это человек очень умный, но делающий то, что не положено. И вот эта модель для меня – это модель поиска не общих путей развития культуры. Это поиска не антипутей одно вместо другого. Это просто. Карл Юнг называл это не общие пути. Другие мастера называли иные пути развития культуры. И в этом смысле слова. Такие фильмы, как «Убить дракона», такие фильмы, как «Обыкновенное чудо», такие фильмы, как тот самый Мюнхгаузен, это фильмы поразительные по поиску человеческого в нашей тоталитарной культуре. И в этом смысле это гимн человечности. Когда спрашивают, что было в начале? В начале было слово, говорит Библия. В начале было дело, отвечает Гёте. Я же говорю, смотря фильм Захарова, в начале была любовь. И вот по большому счету перед нами сверхволшебный и поэтому безмерно правдивый фильм о
неадаптивности человека, от его неприспособности. А чтобы говорить неприспособленность, неадаптивность, надо очень четко показать, где адаптивность. И поэтому все время идет конфликт между индивидуальностью и ролью. Шут играет короля, или король играет шута. Леонов выступает как король, и шутовский показывает весь масочный мир короля. Добрый день. Я король. Как скинуть маску? Как перестать быть ряженым? Вывернуть на обратно? И когда сцена, когда он все время говорит практически «Здравствуйте, король!» и начинает предлагать вино, и так спокойно говорит. Очень удобно. Чего выливать-то было вино? Ведь еще отравить можно было многих. Но что интересно, показывается, что тоталитарная культура – это всегда культура безответственности. Стыдно, Ваше Величество. Ну, стыдно. Ну, я при чем? Я не виноват. А кто? Дядя? Кто виноват? Пятна капитализма. Кто виноват? Предки. Дядюшка был такой. Сейчас во мне проснулась моя тетя. Да, тетя. Так в нем все время просыпаются те, кто виновны за его поведение. Вы совершенно правы. Я об этом не подумал. Но я приказ свой не отменю. Почему? Потому что я самодур. Потому что сейчас во мне проснулась тетя родная, дура, неисправимая. Отсюда замечательная формула фильма. Всегда найдется тот, на кого я в прошлом или настоящем за свои дела переложу ответственность. И вдруг он боится один раз. Я, говорит, что-то не то происходит. Но со мной что-то не то происходит. Я, кажется, добрым становлюсь. Что-то неправильное, что-то доброе, да. Доброе. Дочка, дочка, со мной происходит что-то ужасное, доброе что-то. Такой страх. И здесь я всегда вспоминаю начало фильма. Ты что, не можешь жить, как люди? Волшебники не могут жить, как люди. Нам, людям, как индивидуальностям, больше всех надо. Я всегда повторяю свою любимую формулу, повторял и буду ее повторять как психолог личности. Индивидуум рождается, личностью становится, индивидуальность отстаивает. И вот фильм – это об отстаивании индивидуальности. Драматическая психология личности. Я повторяюсь и буду это повторять. Это психология восхождения на костер. И в этой ситуации каждый раз мы должны в буквальном смысле действовать поверх барьеров. И этот фильм – поверх барьеров. И когда я говорю, общаясь с разными людьми, когда я говорю в одном из самых тяжелых общений, а нет более тяжелого общения, чем общение с самим собой. Если я что-то делаю не так, формула этого фильма пронзает мое сознание. И когда я что-то не решаюсь, я говорю себе, значит, ты не любил девушку. Ты не любил ее. Иначе великая сила безрассудства хватила бы тебя. Кто смеет рассуждать или предсказывать, когда высокие чувства овладевают человеком? Нищие безоружные люди сбрасывают королей с престола из-за любви к ближнему. Из-за любви к родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки. Мудрецы поднимаются в небо и бросаются в самый ад. Из-за любви к истине. А что сделал ты? Из-за любви к девушке. Я говорю себе, и это мне помогает в очень многих ситуациях. Это вовсе не обязательно будет ситуация любви. Это другие ситуации. Если я иду на те или иные социальные действия, социокультурные поступки, и вдруг я себе говорю, что я опять как летун-хлопотун из другой вещи Шварца. А теперь что мы имеем? Мы имеем целый ряд ставшие легендами линий.